Вы смотрите Информбюро. Продолжаем выпуск. Стали известны подробности гибели ребенка под снежным завалом в Восточно-Казахстанской области. Трагедия произошла в городе Шаманаиха. Четверо детей играли на берегу реки, когда на них обрушилась лавина. Под толщей снега оказались двое мальчиков. Дети принялись откапывать своих товарищей и одного спасли. Второго найти не смогли и побежали за помощью. Два часа пожарные, полицейские и местные жители искали ребенка. Они выкопали 4-метровую траншею. Поиски велись на площади 50 квадратных метров. Но, к сожалению, ребенка нашли уже неживым. Мы запустили кинологический расчет, где собака примерно обнаружила это место нахождение пострадавшего человека. И начали поиски в этом месте. И где-то под глубиной 1,5 метра нашли тело ребенка.